Силь, ну я тебя поздравляю с возвращением к нам в команду. Какими мыслями вернулся в родной лог? С позитивными, конечно, мыслями. Буду стараться доказывать, пробиваться в основу, работать. Вот. Как встретили в команде? Да все хорошо, там, сказать, с возвращением и так далее. Ну и как тебе первые тренировки, наверное, наслышан о том, что Михаил Михайлович, что тренировки-то непростые. Да, ну пока все в порядке. Что спрашивает Дим? Ну еще пару вопросов. Что скажешь по этому поводу? Надеюсь, вызовет. Расскажи цели, задачи, какие себе поставил на эти сборы. Буду стараться работать, доказывать, чтобы пробиться в основу, играть за Локомотив. Когда был в Ростове, следил за родным клубом? Да, послеживал. Как тебе весенняя часть сезона в исполнении Локомотива? Хороший футбол, все старались, доказывали, ну, как исправить ситуацию. Поэтому, я думаю, атмосфера поменялась в команде, я думаю, сейчас все прекрасно. Ну, и заключительный вопрос, насколько сильно повлияло назначение Михаила Михайловича Галактионова на то, когда ты возвращался, на твои мысли и то, что ты его знаешь хорошо? Да, конечно, с хорошими мыслями возвращался, потому что я с Михаилом Михайловичем работал в сборной. Мы хорошо друг друга знаем, поэтому только с хорошими мыслями.